Владивосток, 24 августа 2022 года. Приморский академический театр драмы имени Горького. Здесь такой небольшой скверик с лавочками. Интересно, что там на афишах? Анна Каренина. Сцена из супружеской жизни. Товарищ.
Институт искусств. Какая-то больница здесь. Здесь двери бомбоубежища. Такой небольшой домик. Здесь территория закрыта. Жилой дом. Там видны сарайчики. Качелька детская, здесь почтовые ящики, веревки, на которых сушат белье. Такая крыша там на крыльце интересная, наверное, очень старая.
здесь. Там закрытая территория. Старые деревянные двери. Кто-то вот домик такой. Рыбачок. Ух ты. Низ из кирпича, а верх из дерева. Такое, с резными элементами. Почтовый переулок 7/2. Выше, вот за этим домом, сопка Алексеевская. Почтовый переулок 5. Адрес здесь. Стене. А, отсюда не видно, к сожалению. Вот на этом домике, похоже, было круглое окно, но его заделали. Что-то религиозное. Там он крест. Сопка Алексеевская, сопка Почтовая, вот за этими домами. Ну, он такой полукругом дом. Что там, дворик?
Вот тоже такая вот, такое строение, так скажем, с интересной крышей металлической. Тоже старое. Возможно, дореволюционное. Ну, вот это строение, наверное, дореволюционное еще. Старые стены такие здесь. А здесь тупик. Задний двор Института искусств здесь. Ничего интересного. Идем обратно. Интересно. Это можно устраивать квест по нахождению вот таких вот штук по городу. Центр амбулаторной онкологической помощи здесь находится, в этом здании. Вот в этом здании. Кто-то Ух ты. Чудо какое. Здорово. Да. Там вон впереди такая
природная арка. Людям приходится пригибаться, кто вы сваки. Две подружки, свинья. Стрекозы летают. Весной это дерево цветет красиво.
вообще это? Полностью или что, непонятно? Ты что, совсем? А что такое?